Друзья, всех приветствуем, база 7 Motors, и у нас сегодня очередной автомобиль одного из вас. Это у нас отчет для заказчика Porsche Cayenne. Что в нем делаем? Меняем 4 ремня безопасности, подушку рулевую, шлейф на руле меняем. Пересобираем со старого бампера все на новый бампер, а также заказчик отдал по трейд-ин свои старые фары с этого Cayenne и взял более адаптивные фары. Сейчас будем ставить новые фары и полностью собирать автомобиль. Так, в процессе разбора у нас заменяем шлейф рулевой. Это у нас уже новый. Смотрите, у нас какие проблемы. У нас вот тут трещина на руле, на кнопке. И вот эти коннектора идут с проводкой на руле. То есть вот они у нас расплавились. Это ваш руль. Его надо будет либо найти этот провод, посмотреть на дилере, есть ли он, заказать, поменять, либо менять целиком руль. Это Сергей. Слушайте, сейчас попросил Сашу, он позвонил в дилерство, дозвонился до них. Они пробили, по партномеру нету у них чисто этой проводки, только за руль в сборе. Да. Да, можем уточнить новый руль в сборе. Не, Сереж, новый даже не уточняй. Это будет несколько тысяч, поэтому смысла нет. Я пошел немножко другим способом, чтобы из-за вот этого провода не менять. Мы просто перепиновали из других подушек вот эти корпуса. Это ваш. Он такой вот расплавленный. Взяли с других подушек коннектора и перепиновали их сюда. Должно все работать. И вам сэкономим денег. Я думаю, все будет работать отлично. Сейчас поставим подушку безопасности. И все. Собрали практически весь бампер новый. Все переставили. Боковые пластики переклепали. Так у нас выглядят клепки. Сейчас также сделаем с другой стороны. Здесь еще пластик не зафиксирован. Новые клепочки есть. Приступаем. Вот так эта процедура у нас выглядит. Одну мы закрепали уже. Бампер полностью собрали весь, всю проводку проложили, все подключили из того, что по данному бамперу. Это у нас был разъем не на Partronic, а на туманку левую. Провод камеры, крепление камеры, есть трещина, оттуда его открутили, и он держится, но есть трещина на нем, надо будет заменить. А так, в целом, вроде бы все на своих местах. Брали морду. Вот честно, мне все нравится. Я вот вообще даже в шоке, как изменился автомобиль, заменив всего лишь фары, обратите внимание, ребят, да, то есть как бы и передний бампер поставив на место, собрав. Кстати, все запчасти заказчику обошлись в районе $3300 с нашей работы. Это вся безопасность, все ремни, две фары, все сборки всего, шлейф. Короче, и турбо, помните, да, его не было. Вот как это выглядит сейчас. Ну, далее Серега сейчас все заменит, почистит, уберет, и мы уже отснимем финальную версию, что там будет. Итак, принимаем работу. Правая сторона пассажирская, передний ремень рабочий, все нормально. Сережа занимается сейчас заменой водительской стороны. Передний, задний, точно так же все сделано. Сереж, а сзади с той стороны тоже уже сделал? Тут еще натянут. А, там еще струна, я понял. Вот этот поменяем, а этот? Да, тут осталось два ремня, все. Ребят, помните, как выглядел Porsche в начале? Сейчас он выглядит у нас вот так. Установили фары, собрали полностью передний бампер. Все установили на свои места. Восстановили безопасность.
был взорван руль. Заменили тут шлейф, перепиновали коннектора на руль. Все сделали как должно быть. Заменили подушку в ногах. Восстановили все ремни. Поменяли их на новые, все 4. Водительские, пассажирские. Автомобиль почистили, убрали. Вот так все чисто внутри. Автомобиль готов. Ставим его в ожидание контейнера. И автомобиль будет отправляться к своему заказчику. Нужны такие услуги? Bazzavan Motors всегда рада вам помочь. Восстановить, привезти, заказать запчасти, собрать и отправить автомобиль к вам. Обращайтесь.